Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет трешечок. Будем с вами пробовать прокачать некоторых супер питомцев. 2500 эссенций для прокачки супер пэтов я забрал. Это по сути 250 ударов. Кого качать, я сейчас посмотрю. Посмотрим, поговорим. То есть многие ребята просили показать видос именно по супер пэтам. Попробуем сейчас это сделать. Поехали изначально на русский сервер, чтобы я долго не мучился с переводом. Потом вернемся сюда на английский и будем трешевать, выбивать. Такс. Супер пэты. Волчонок мутант. У меня он здесь на сотку тоже зароленный. В чем преимущество вообще? Они дают статы герою. Не так, как раньше, что герой прибавлял там прибавку для скилла. То есть, если посмотреть на навык, герой, когда атакован, наносит 350 атаки питомца. Четырем служит, когда герой атакован, наносит 350 атаки питомца четырем случайным вражеским героям, также снимает энергию. То есть, по сути, в обычных питомцах, если пойти, посмотреть скилл, на 80 на 3 секунды получаемый союзным героем с наименьшим здоровьем, также занимает здоровье в размере 880 атаки питомца, но имеет 40% от атаки героя, которому назначен. То есть атака героя передавалась питомцу. Тут же, в принципе, немножко наоборот. Супер питомец наделяет вашего героя вот такими вот атрибутами, которые можно улучшать. Если брать здесь уклонение 1840 плюс 84, вот видите, герой получает 20% атрибутов. Без разницы, в каком мутант, не мутант, то есть одинаковые. Только единственное, что атрибуты, если взять сокол, да, там крит урон 5500, атака 2800, волчонок. А вот мутант, крит урон 13430, то есть два раза выше. То есть если вы хотите качать, то конечно же лучше качать мутанта, он дает два раза выше статы. Это раз. Во-вторых, вот эти вот все атрибуты, они переходят вот в нижнюю часть, то есть в сумме они начинают давать обалденную прибавку. Конечно же, на сегодня самый лучший вариант, но атака, я думаю, бессмысленно, атаки и так хватает, точность такое, а вот уклонение, сейчас мы вернемся на английский сервер, уклонение именно самое то. Вот, поэтому, так, что-то я рановато, давайте почитаем скиллы, каких питомцев супер пэтов можно качать. Давайте просто по мутантам, у них одинаковые. Атакован, наносит 350 атаки питомца четырем вражеским героям, то есть он с дафного варианта работает, также снимает энергию. Такой на PvP локации очень классная тема. Он будет забирать энергию кулдаун 5 секунд, плюс все бафы снимает, круто, уменьшает скорость восстановления энергии на 33%, это только первый скилл, то есть это пвпшный обалденный питомец, как видите, у них одинаковые. Вот сокол, когда герой атакует, именно атакует, то есть той был дафный, этот именно атакующий восстанавливает здоровье с наименьшим показателем здоровья, также на 5 секунд улучшает получаемый ему урон. Тоже, в принципе, неплохой пвпшный, ну и в любого можно питомца к пвпшным, также восстанавливает дружеских юнитов на 1% от максимального здоровья в секунду. Ну, такое, знаете. Но его неплохо использовать, например, на подземке. Но опять же, лучше всего, конечно же, сразу качать мутанта. Когда герой атакует в течение... Так, это у нас то же самое. Вот у нас новый, третий, атакован. Когда герой атакован, наносит 285 атаки четырем вражеским героям, сдвиживая. То есть вот этот кайфовый тоже на подземочке. Мне он тоже реально понравился. И на PvP локации, и на деф. Вот так вот. Дружественные юниты получают на 9 меньше урона.
Ну, тут, конечно, вот за счет обездвиживания вместе с скитальцем они очень обалденно смотрятся. Так, окей, поехали. Поехали на английский сервер. Будем качать сейчас мутиков, определяться, что у меня там есть, чего нет. Так, заходим. Не туда немножко зашел. Супер пэты. Смотрим. Ну, у меня здесь есть полностью все. Как видите, питомцы. Мутант, мутант, мутант. То есть это три супер пэта. Давайте посмотрим. Вот у меня по статам наролены уже. Я уже ролил вот с уклонениями. Сейчас дает 1777 дополнительного уклонения. Это как большое созвездие новое. Неплохая прибавочка. А тут 1300 уклонения. 2800. Тут видите уклонение 2500. То есть по сути, если сравнить... Ну, тут уже, конечно, 6-й левел, а тут 5-й. То есть надо качать их по левелу изначально. Скилл, то понятно, скилл, само собой, хороший, но на прокачку, если брать на прокачку самого левела, я вам просто покажу на прокачку левела. Так, 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 так. А, у нас тут особо нет. Ну, вот, допустим, апгрейд, да, 14 печенек идет. То есть так вот. А на прокачку самого скилла... Тут, наверное, нету сейчас скиллов. Посмотрим. Качнем немножко печеньки, потому что вся проблема, по сути, в печеньках. Накачать их можно. Заходим сюда, вот 2500. Сейчас будем питомцев полным ходом расходовать. Вот, для того, чтобы, давайте так, на 500 просто печеньки покачаем. Ну, также падают, как видите, и яро, и печеньки. Ну, я в основном так вот собираю печеньки. Давайте немножко печенек накачаем. И чё? А, у нас и санкций нету, я думаю, что за фигня. Так, теперь можно тратить. Есть куда тратить. Хоть питомцев. Нормально так по 100 забираю. Так, окей. Заходим в питомник, смотрим. Вот, допустим, я могу докачать, делаю апгрейд 4 и 14, да, на следующий левел 5, 17. Могу скилл, 36. То есть беспонтово, реально беспонтово просто скилл качать. Вот смотрите теперь атрибутки. Вот плюс 1 левел уже плюс 100 с чем-то. Если брать 2200 уклонения, тут у нас, конечно, 3 уклона, тут у нас... Ну, это можно переролить потом, но сама суть, что выгодно реально качать левел 7.24. Ну, дофига, дофига, как видите, печенек реально не хватает, это только 12 левел. Но уже плюс 2900 уклона питомец дает. 2900 это два больших созвездия. Так, что у нас тут? Ну, надо будет в любом случае того и того качать. Просто этот у меня уже прокачанный. Это у нас мутант. Теперь заходим сюда. И берем, например, ставим опять. Этот дофига надо, дофига, как видите, итемов. Так, давайте вот мутанта будем пробовать ловить. Вот видите, мутант, мутировавший. Ставите камешки, и вам будут обычные мутировавшие выпадать. 507 камней. Нормальная такая прибавка. Но они будут со временем дешеветь. То есть это не есть проблема будет выбить мутантов, там питомцев. Со временем, понятно, все соберут. Так, выходим отсюда, потому что мне надо печеньки. Без печенек реально ловить нефиг. То есть тут питомцы питомцами, а вот самое важное это печеньки.
допустим, зашли, заходим опять в супер питомца. Вот 127 мы набили, да? Вот 49, 56, 63. Я не знаю, мне тут вряд ли хватит. 85 на следующий левел. Как видите, для того, чтобы прокачать на максималку, но уже уклонение питомец дает 3500. Вам там все не видно, но я так, вам самое главное статы видеть. То есть, по сути, дофигища надо печенек. Единственное, где сейчас печеньки продают, это немецкий сервер на английском. Тут у нас нифига толкового с печенек не продают. Кстати, сегодня найм. Лимитированный. Не, нету. А, вот. Только на немке продают нормальные печеньки. Все, на остальных всех серваках, к сожалению, пока ничего нет. Ну, можно этого. У меня смертушки дофига. Давайте еще подкачаем. То есть, по сути, 2500 мне хватит, чтобы я прокачал на максимум до 20 левела. Это потолок. То есть эссенции надо реально дофигища. Вы видите, и так падает. Немножко мутантика половим. Так, заходим в супер питомец. Мутант. Скилл. 36-77. Бум. Тут у нас уже 24-85. Но посмотрите, как уклон прибавляется. 95 печенек. Дофигища. Вот реально дофигища. 85 надо. Надо еды немножко. Не немножко, а еды надо реально дофигища. Панчбоксом немножко покормим. Ну, то есть варианты — это фармить локации новые, фармить КБшку ради того, чтобы получать эти эссенции, потому что без эссенции вы особо много не прокачаете. 147, 106 атрибуты, уже плюс 4000 уклонения. Вот так вот. То есть, как видите, реально супер питомцы обалденная тема, но реально очень затратная, и собрать их без доната, как там пишут, это реально будет проблемно. Такс. Такс. Поехали. Поехали сюда. У нас там еще немножко еды добудем. Смертушки 7000 осталось. Сколько я перетратил. Просто жесть. Ну, у меня есть куча коробок. Все. Такс. Супер питомец. 106. Не можем ничего сделать. И здесь тоже 147 на левел надо. Вот так вот. То есть, как видите, в реале дофигища надо. Мы только вкачали 18 левел. Но уже прибавка практически 4000 уклонения героя. Если взять, например, Варджея. Вот мой ворожай. У него сейчас 11000. Меняем, ставим ему вот так вот. 15,5. Вот такая вот прибавка. Вы по нему фиг попадете. То есть можно смело с ним бегать. Там идти в рейд по нему. И так мало попадали. Но тут просто выкидывать можно. Есть зефир. Вот есть зефир. Можете его смело выкидывать, и там просто будут миссы. То есть по нем попадать не будут. Если выкинуть же всех остальных героев, их просто там половину сейчас посливают.
товар, да. Ну, сама суть, в принципе, вам, думаю, и так понятно. А вот, поэтому на сегодня суперпитомцы, за ними реально будущее, но их прокачать, как видите, не очень просто. Вот так вот, пишите комменты, ставьте лайки, пишите, что вы думаете по поводу питомцев. Всем удачи, всем пока.